Новые окна, двери, плитка и дизайн. Преображение онкологического отделения детской Ульяновской областной больницы больше не мечты и даже не планы. Капремонт завершен. Штукатурить и шпаклевать здесь начали в апреле. На ремонт и оснащение отделения в рамках нацпроекта здравоохранения выделили 10,5 миллионов рублей. В данный момент ремонт закончен. Первый пациент уже находится в отделении. Суммы были потрачены как на ремонт отделения, так и полное оснащение отделения всем необходимым. Это и медицинская мебель, не медицинская мебель, предметы интерьера. Закупили также перевязочные столы, бестеневые лампы, ламинированные боксы для разведения специальных препаратов. На подходе ядерный магнитно-резонансный томограф. Преобразилась и игровая комната, где воспитатели стараются отстранить пациентов от интернета и приобщить, например, к оригами, настольным играм и чтению книг. Работаю больше 20 лет. Изменения прекрасные. Сами выбирали, сами подбирали, вместе делали. Очень рады, что дождались. У нас индивидуальная работа строится. То есть, если я ребенка беру, то мы занимаемся с ним вдвоем, но максимум втроем, потому что условия таковы, что мы не можем позволить себе. Отделение рассчитано на 25 коек. В больнице обслуживают детишек со всей области. Сейчас на учете стоит 170 юных пациентов, в основном с лейкемией. Обновленное отделение оценил Сергей Морозов. Губернатор отметил творческий подход в выборе дизайна и по-домашнему обустроенную кухню. Ведь некоторые детишки проводят в стенах больницы больше месяца. Кто такой вот творческий? У нас весь коллектив творческий. Он не продукт. Да, каждый свой вклад вложил. Да. Молодцы такой. Да, у нас воспитатели. Комиссионно собирались, да, и обсуждали, да, что... Сразоведующая. Мы сейчас в школу сделаем разноцветно. Стена одна такая, другая такая, здесь такая, четвертая. Чтобы не переедалось. Мне кажется, очень интересно для ребятишек такое ощущение радуги. В ближайшие 3 года капитально отремонтируют травматологическое, педиатрическое и хирургическое отделение больницы. Рената Алиулова, Владимир Куликов. Новости Ул. Правды ТВ.